На съезде с Канавинского моста загорелась маршрутка номер 7. Движение немедленно перекрыли. Пассажиры общественного транспорта добирались до остановки пешком. На место выехали 11 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений и 2 единицы техники. Пожар был ликвидирован на первоначальной площади 10 квадратных метров. Никто не погиб, не пострадал. 26 человек, которые находились на момент пожара в маршрутке, эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных. Причины возгорания выясняются.